Добрый день. Пришла СМС, что якобы какой-то платеж у меня зарегистрирован с моей карты на 1200 гривен. Хорошо, сейчас проверим информацию. Вы дозвонились в службу безопасности Национальных банков Украины. Зовут меня Крылов Сергей Викторович. Как могу с вами обращаться? Меня Николай зовут. Николай, очень приятно. Николай, скажите, пожалуйста, клиент какого банка вы у нас? Мы ОТП банка. Хорошо, сейчас проверим информацию. Вы совершали, пытались совершить покупку в интернет-магазине «Фокстрот» в России на сумму 1282 гривны, Сергей? Нет, нет. То есть данный платеж мы блокируем, я правильно вас понимаю? Ну да, но мы сейчас как бы в Киеве, но мы по магазинам не ходим. То есть вот пришла смс-ка, я поэтому и насторожился. Нет, это через интернет-приложение пытались снять деньги с вашего банковского счета. Я понял. Банка, Сергей. Я понял. Николай, не Сергей, Николай. Ой, извините, пожалуйста, Николай. Очень много звонков, очень много. Так, Николай, по ОТП-банку вы последнюю расходную операцию когда проводили? Зачисление, снятие? Ну, вчера на заправке вечером. Это вы оплачивали услуги, правильно вас понимаю? Ну, заправлялся, да. По баланс по карте помните? Примерный, приблизительный. Ну, там в районе 7 тысяч. Хорошо, сейчас проверяется информация. Так, Николай, карта ваша не утеряна, не продана, в пользование третьим лицам не передана? Нет. Пользуетесь самостоятельно? Ну, конечно. Подтвердить можете? Это карта при вас? Сейчас посмотрю, одну секунду. Да, есть карта, есть. Смотрите, сейчас будем отменять данный платеж. Сейчас вводим в систему ОТП-банк. Отменяем данный платеж. Также установим вам дополнительную защиту 3D Security. Угу. Николай, смотрите, на лицевой стороне у вас 16 цифр, код пополнения вашей карты. По две цифры по порядочку. 5331. Подождите одну секунду. 5331 далее. 9774. Вас очень плохо слышно. Сейчас, мы просто тут в магазине. 9374. Так, 5331. 9374. Далее. 6720. 4414. Хорошо. А ниже вот номером карты у вас 2 числа месяца, 2 числа года, срок действия карты. 0621. 0621. Хорошо, переверните. Так, подождите, вы у нас юридичная особа или физичная? Как вы зарегистрованы? Физичная особа. Физичная подождите, особа. Какая-то смс-ка пришла. Пришла смс-ка с банка. Посмотрите. Смотрите, написано, ищите лохов дальше, не занимайтесь херней. Так и написано. Так и написано? Да. Ну, передавайте привет тогда. Да, давайте, удачи, аферисты.